Приближается вторая полуфинальная пара весовой категории до 46 кг. Красному лук Егор Рогачев, спортивный клуб армии Санкт-Петербург. Синим Сергей Тихонов, Центр физической культуры и спорта Санкт-Петербург. Егор Рогачев, спортивный клуб армии Санкт-Петербург. У него 3 юношеские разряда. Он 5-го года рождения провел 20 боев, 15 одержал победу. Тренируется под руководством Сергея Цыпина.
Награждает Ирина Пыдинка бронзовой медалью, гранатой и сертификатом. Награждается весовой категории до 46 килограммов, занявший третье место на нашем турнире Егор Рогачев в спортивной купании. Боксер, вышедший в финал, награждается сертификатом спортбайка. Обратите внимание еще раз, те, кто получили сертификат, вышли в финал, там есть срок действия этого сертификата.